Лабрадор-ретривер. Порода собак. Лабрадор-ретривер – это универсальная подружейная порода. Отличается не только на охоте, но и как поводырь слепых. Служебная собака, обнаруживающая своим острым чутьем что угодно, от наркотиков до утечки газа. Как помощник для инвалидов. И один из самых популярных домашних любимцев. Впрочем, эти успехи приходят не по мановению волшебной палочки. Они зависят от качества производителей и умения инструктора. Порядочные заводчики нацелены на получение щенков с хорошим темпераментом и хорошим физическим состоянием. Но даже самые элитные лабрадоры могут оказаться настоящими хулиганами, если предоставлять им самим себе. Это энергичные собаки, чей ум нужно направлять в правильное русло. В руках разумных владельцев лабрадоры вырастают замечательными компаньонами и надежными семейными любимцами, дрессированными и адаптированными. Как они уживаются с другими домашними животными? Приветливые лабрадоры, как правило, хорошо ладят с собаками и другими животными в доме. Хотя, как всем породам, им тоже требуется ранняя социализация. Их врожденный инстинкт апортирования означает, что они будут носить в зубах кролика или морских свинок без вреда для них, но зато обслюняют. Некоторые кобели могут проявлять неприязнь к другим кобелям, встречаемых на пороге. Как лабрадор-ретривер подходит на роль домашнего любимца? Добродушная собака идеальна для активной семьи, готовой тратить много времени на упражнения и дрессировку. Если кто-нибудь все время бывает дома, этим очень общительным собакам нужна компания. Оставаясь одни, они становятся деструктивными. Лабрадоры в целом хорошо дружат с детьми, но для маленьких детей они слишком шумные и резкие. Да, еще у них привычка брать руки детей в пасть. Мягко, но иногда слишком рискованно для малышей.